Видео подготовлено каналом Уроки ТВ, номер 495. Устраните недочеты в употреблении местоимений. Образцы. Ученик вынул из портфеля учебник и положил его, портфель или учебник, на парту. Ученик вынул из портфеля учебник и положил книгу на парту. Или ученик вынул из портфеля книгу и положил ее на парту. Второй пример. Тренер попросил ребят отнести спортинвентарь к себе, к ребятам или к тренеру. Тренер просил ребят, чтобы они отнесли спортинвентарь к себе. Или тренер просил ребят, чтобы они отнесли спортинвентарь к нему. Первое предложение из упражнения. Плотник вынул из ящика рубанок и положил его, ящик или рубанок, на верстак. Положил корень ложь. Плотник вынул из ящика рубанок и положил инструмент на верстак. Второе. Охотник снял колпачок с головы беркута и подбросил его. Колпачок или беркута? В воздух. Охотник снял колпачок с головы беркута и подбросил птицу в воздух. Или охотник снял колпачок с головы птицы и подбросил ее в воздух. Третье предложение. Студенты посмотрели фильм в новом кинотеатре. От него, от фильма или кинотеатра, у них осталось неизгладимое впечатление. Студенты посмотрели фильм в новом кинотеатре. От киноленты у них осталось неизгладимое впечатление. Или студенты посмотрели киноленту в новом кинотеатре. От нее у них осталось неизгладимое впечатление. Четвертое. Учитель предложил Мише отнести тетради к себе. К учителю или к Мише? Домой. Учитель предложил Мише, чтобы он отнес тетради к нему домой. Или учитель предложил Мише, чтобы он отнес тетради к себе домой. Пятое. Бабушка попросила внучку налить себе, бабушке или внучке, воды. Бабушка попросила внучку, чтобы она налила ей воды. Или бабушка попросила внучку, чтобы она налила себе воды. Шестое. Отец велел сыновьям купить себе, отцу или сыновьям, новые авторучки. Отец велел сыновьям, чтобы они купили себе новые авторучки. Или отец велел сыновьям, чтобы они купили ему новые авторучки. Выполним морфемный разбор слова «предложил». Предложил, предлагать, предложение. Корень «предложь», суффикс «и», суффикс «л», окончание нулевое, основа «предложи». Понравилось видео? Поставь лайк, подписывайся на наш канал. Есть предложение или пожелание? Оставляй в комментариях. Со всеми прощаюсь. До следующего видео.